только в старости тукнуло в теме. Он наконец-то понял, что время, потраченное на разрушение судьбы, на свою семью потратить лучше было бы. Мог бы как следует воспитать детей, которые уважали бы его как учителей, которые по-настоящему бы любили, все были бы с ним рядом, не забыли. Которые по-настоящему бы любили, все были бы с ним рядом. Прошлое не должно диктовать будущее, оно диктует, видно, как факт настоящее. Но можно еще стать лучше, есть еще шанс. Можно еще измениться, несомненно, сейчас. Его жизнь должна стать приятной. Его жизнь должна стать образцовой. Его жизнь должна стать образцовой. Она не должна быть грязной и гадкой, чтобы жить с родными, избегая их украдкой. Старости тукнуло в теме. Он наконец-то понял, что время, потраченное на разрушение судьбы, на свою семью потратить лучше было бы.